вас. Что это все? Моя жизнь. Все плоды моих трудов лежат здесь. Но у меня нет сил, чтобы скинуть их вниз. Ты притащил все это сюда, только чтобы потом сбросить? Тащила в основном лошадь. Только так я смогу забрать свои вещи в следующую жизнь. Дети не хотят хранить их со мной. Врут, что не нужен им этот хлам. Но только мой костер прогорит, вмиг все распродадут. Поможешь мне? Кидай все вниз со скалы. Чем дальше зашвырнешь, тем вернее оно долетит до того света. Ты это серьезно? Почему все уложено в солому? Чтобы ничего не разбилось. Там лук, который мне поднес Хальфдан Черный, когда я попал стрелой королю Сигтрюгу в левую подмышку. Вот это был выстрел. В этом рог, который я получил от Хальфдана за то, что поймал его невесту Рагнхильд. Ха. Тут серебряный наконечник гарпуна. Его мне дал Харальд за то, что я вытащил труп Хальфдана из озера. Щедрое же у них семейство. Пусть боги наградят тебя удачей. Удача мне нужна. Благодарю. Доброе у тебя сердце. Кто отзывчив и храбр, тот счастливее всех. Хотя этот путь и бывает иногда труден. Я старался вести добрую жизнь. Пусть хоть боги будут об этом знать, даже если меня забудут в Мидгарде. Ну, что теперь, когда это дело сделано? Сделано? Это я только постучался. А теперь войду. Живи счастливо. Асгард ждет! Стой! Спасибо! О, боги, не ожидал.